Врачи Московского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провели выездной прием в Твери. Столичные медики приехали в рамках программы по реабилитации граждан, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции. Углубленную диспансеризацию прошли порядка 40 пациентов. Это люди, вошедшие в группу высокого и очень высокого риска и имеющие заболевания сердца, сосудов, легких и эндокринной системы. В Тверском областном кардиологическом диспансере порядка 40 пациентов ожидают своей очереди на прием к специалистам из Москвы. Здесь они принимают в рамках программы углубленной диспансеризации, которая начала действовать в июле по поручению президента Владимира Путина. Эта работа предполагает под собой выезд мобильных бригад федеральных медицинских центров, муниципалитеты разных областей, чтобы выявить пациентов очень высокого риска. Сегодня большинство операций на сердце можно выполнить в областной клинической больнице, но в некоторых особо тяжелых случаях врачи направляют пациентов в федеральный медицинский центр. Мы пригласили на консультацию пациентов, которые страдают различными сердечными пародками. Пациенты, которые перенесли инфаркт и уже получили определенный вид высокотехнологичной медицинской помощи в условиях города Твери, но им как бы требуется продолжение лечения, и поэтому наши специалисты помогут. И пациенты с различными сердечными аритмиями. Жительница Твери Валентина Николаевна живет с диагнозом порок сердца. Последние 2 года женщина жалуется на свое состояние. Сильная слабость, ходьба даже на небольшие расстояния приносит дискомфорт, вызывает одышку. Инфарктов не было, была 2 года назад онкологическая операция. И после, на 5-й день после онкологии выскочила мерцательная аритмия. И вот она меня задушила. Надо было ехать на консультацию в Москву, это надо нанимать машину. Поездом мне не доехать, не дойти. Сюда приехали, конечно, это большой выход из положения. Надеюсь на лучшее. Выездное консультирование провела команда Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева во главе с кардиологом, кандидатом медицинских наук Чинарой Хацанян. Наша задача на основании тех исследований, которые проведены в рамках данного региона, ну, то есть это и ультразвуковые данные, это и ЭКГ, это и коронарография, для того, чтобы мы на основании опроса и беседы с пациентом, и на основании тех результатов, которые у них есть на руках, провели осмотр и оценку, и дальше делали рекомендации, необходимые для каждого индивидуально. Помимо Твери, команда исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева уже побывала в Конаково и Ржеве. В ближайшее время специалисты центра проведут приемы в Вышнем Волочке, Торжке, Бежецке, Нелидово и Кимрах. Другая бригада московских врачей провела выездной прием в Тверском областном перинатальном центре, где обследовали малышей с пороком сердца. Если в период пандемии мы общались с нашими коллегами в режиме онлайн, то теперь офлайн или в очном режиме они могут осмотреть этих пациентов, которых мы консультировали с нами в режиме видеоконференции. Посмотреть их динамику и выработать единую тактику лечения и ведения. Мы сейчас смотрим, как они у нас выросли, были новорожденные, и были поставлены им диагнозы врожденных пороков сердца, как у них какая динамика, посмотрят наши специалисты. Инициативу работы московских специалистов поддержал советник президента России Владимир Васильев. По мнению политика, необходимо адаптировать к современным вызовам подготовку медицинских кадров, а для этого потребуется большая работа, которую инициирует «Единая Россия».